перед лицом уничтожения всего человечества отступать нельзя. До тех пор, пока есть надежда, мы будем идти вперед. Ты новенький, а потому не знаешь, что к чему в наших краях. В городе можешь ничего не бояться, а вот на пустошах... Совсем другое дело. Я не искал проблем, поэтому до сих пор жив. Но ты становишься очень большой проблемой. Выжившие из ковчегов принесут тебе немало денег, если с наших правительств... Есть люди, которые против правительства восстают. Им пригодится твоя помощь. Они называют себя сопротивление. Наши силы уже на исходе. Элизабет сказала, ты человек надежный. Человек, который поможет нам в борьбе с правительством. Годами мы убегали, скрывались. Искали ключ, что-то, что даст нам хоть малейший шанс. Наконец-то правительству есть чего бояться. Думаешь, к нам можно так просто ввалиться? Давай, тащи его на бойню! У каждого есть своя маленькая тайна. А ты, похоже, чья-то большая.